кстати, зачем я начала снимать и зачем тут блокнотик? Потому что вы уже заметили, наверное, это как бы страничка Кашина, поэтому у меня новая серия. Вот так это уже была. Вы уже видели. А это серия эмодзи, короче. Всякие эмодзики. Это пазл. Это такое на 16 деталей. В каждом пакетике по 2 будет. И Animals. Тут не подумала, что нарисовать, поэтому вот это просто нарисовала. А тут уже пусто. И сейчас буду делать распаковку. Радужная вечеринка уже была. Значит, будут смайлики и все дальше, как и так далее. Распакую первый из эмодзи. И вот то, которое мне не нравится. Сейчас, короче, я все. Итак, я выбрала какие-то случайные пакетики. И сейчас их всех буду распаковывать. Так, поехали в магазин. Так, мы как поехали. Ну, просто мы... Опять же, там же снимаем. Сначала так. Вот это уже распаковывали. Пока что вот так выглядит коллекция. Ой, костюмчик не показался. Ну, покажусь. И вторая коллекция пуста. И серия смайлики, эмодзи, короче, вот. Ну, тут не эмодзи, а просто смайлики, но написано все-таки эмодзи. Сейчас найду эту серию. Вот она, я взяла те пакетики, которые мне больше всего не получились и больше всего мне не нравятся. Да, это два все уже мне не получились. И вот каким номером может быть у вас от 1 до 7. И мне попалось, оказывается, такой вот удивленный смайлик. По номерам 2. Такая, его надо приклеивать вот так. Вначале вверх. А теперь низ. Это просто так не вышло. Клеечка, ну, нормальная, зато она отделяется легко, значит. Чуть у меня съехала, ну, нормальненько. Такс. Это под номером 1, от 1 до 7, не считая 2. А все, такой вот смайлик, который, кстати, не пронумерован. Это вот такой вот смайлик. Это, кстати, под номером 8. Его не писала. И он под номером 8. Потому что этот смайлик был уже в конце создан, когда я уже понумеровала смайлики и уже их хотела запаковать. Даже уже запаковала. Вот так сложно он снимается. Еще зацепить. Так, короче, перемотаем. И это под номером 8, вот этим вот бонусным номером. Так, куда я ложу? У меня. Да, у меня там за кадром баночка, в которую я ложу. Там все пакеты, сюрпризы. Ну, один бумажки от сюрприза. Так, теперь давайте-ка серию. Давайте-ка по порядку я возьму серии пазл. Ой. Взялось как-то плоховато. Ладно. Вот. Пазл. Что здесь нарисовано? Можете писать в комментариях, что здесь может быть. Для того, чтобы можно было уже писать, надо первое открыть. И тут вот что-то... А, чуть-чуть приклеено специально, чтобы они... Под номером 7 и 5. 5 и 7. И это вот такие вот два кусочка пазла. Так, отделим под номером 5. С номера 5 начну. Ой, еле-еле. Так, короче, сейчас... Итак, это под номером 5 тут. Под номером 5 и 7 попало, значит, вот тут 5. А 7 вот тут вот. Картина выходит. А вы можете писать в комментариях догадки, что это такое может быть.
Так, следующий пакетик. Ведь я взяла два пакетика. Чтобы распаковывать это было быстрее. И тут, наверное, уже полегче будет догадаться, что это. Ой. Приклеилась нечаянно. Ой. Что творится? Съели. Короче, это под номером 11 и под номером 3. Итак, сейчас все снимем. Итак, под номером 3 это. Такс. Вот такая вот картина. И, наверное, уже догадаться легко вполне, что это такое. Хотя, может, вы и не догадаетесь, но есть возможность такая. Так, перейду на следующую коллекцию Animals. Последняя коллекция в этом видео, которую я буду распаковывать. И тут вот что-то уже видно. Вроде бы там голубой, да? Не показал, что там что-то голубое. Да не, вроде бы мне не показалось, да? Что-то голубое видно. Ну, когда только вообще не видно ничего. Просто белый. Под номером 3. Под номером 3. Я уже знаю, что это. И оно, честно, да, голубое. Это вот такой вот зайчик. Это зайчик. Как все плохо идет. Ладно. Но главное приклеится. И второе. А, я уже знаю. А нет, подожди, вдруг не. Нет, не. А, да. И другое, кстати. Это сейчас покажу. Этот клей. Так, это быстренько понял. О. Это под номером 6. Вот такой вот бычок. Бык, бычок, наверное, это больше бык. Да? Так, что у меня приклеилось? Так вот, короче, под номером 6. Вот, под номером 6. И сейчас всем пока-пока. Это был канал Кацун 24.